Дима, что ты думаешь о событии, которое произошло вот буквально недавно? Продюсер Матвиенко говорит о том, что нужно запретить в России рэп. Как ты считаешь, рэп российский имеет право на жизнь? Ну скажи свое мнение. Что ты там видишь? Надо запрещать российский рэп. Скажи, пожалуйста. Димон. Ну-ка. Скажи нам. Молчание. Ну что ты серьезно? Скажи что-нибудь понятное. Что ты вякаешь, вякаешь? Давай. Нужен ли русский рэп вообще, в принципе? Русским? За рубежом, может, он кому-то нужен. Почему его нужно запрещать? Нужно ли его вообще запрещать? Дима. Дима, ну ответь как-то внятно на вопрос. Дима, скажи, нужен нет русский рэп в России? Скажи, ну как бы нужен, но аккуратнее, да? Нет или да? Как-то подработать бы его, да? Точно. Хватит щелкать клювом, да, скажи? Надо заняться делом. Точняк. Да.